В общем, сначала пишется Сёма, потом пишусь я. Андрей, ты туда смотри. Я же себя здесь вижу. Я не люблю эти обманы. Где там камера? Сделать, усилить это фулбэками, да, спеть еще. Нет, мне кажется, у тебя, понимаешь, у тебя очень... Это Джамал. Здорово. Семён. Как Джамал. Тебе там? Джамал, как тебе по бочке? Александр. Это очень мой талантливый муж. А Юра пишет с Маргулиса. Да. Я завидую. Да. Просто такой муж. А вот Юра, наш звукорежиссер. В смысле? Все, мы пойдем в клан. Гости. Мы снимаем. Все, мы в эфире. Раздевайся. В прямом, что ли? Не-не-не, ты раздевайся, все хорошо. Не расскажу. Да, круто. Тебе нравится, как ты... Как я спел? Как ты вообще, какую песню ты себе написал? Нет, не нравится. Сёмыч. Я бы... забывай про это вечно. Я бы спел бы субтоном. Не очень. Моя песня гораздо лучше. Но я ее еще не написал. Важно, сколько дней. Почти вся банда в сборе. А Костя где-нибудь опять что-нибудь строит. Кинотеатр или студию. Костя, где ты? Костя, это... Отец! Да. Отец Юрий, отец Константин. Костя, привет. Мы все тебя помним, знаем, чувствуем, видим, слышим тебя. Ты как око всевидящее. Большой брат. Большой брат, да. Костя — это большой брат. Это один из владельцев студии. Вот. Вместе с ребятами. Ну, а я тут. Погоню за людьми. Теперь мое время. Сейчас будем петь. И никому не... Это не моя песня. За безопасную запись. Это что такое? Презервативчик. Чтобы был тепло микрофончик. Нравится мне такой заберусь. Нравится? Возьмем такой домой? Ты уверен, что она налезет? Это Тимофея. Вот мои слова. Вот я. Вот микрофон. Все, поехали. Опа, раз, раз, раз. Парапам, парапам, парапам. Раз, 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 раз. Я себя вообще не слышу. Я себя вообще не слышу. Опа. Раз, 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 раз. 151, 152. А как сделать так, чтобы я себя вообще услышала? Хоть чуть-чуть. Опа, оп. Мы по моде научились одеваться. Мы красиво научились улыбаться. Как жаль, что я так не научилась прощать. Да, знаю, мне не стоит повторяться, но любовь заставляет меня летать. Просто я начинаю психовать из-за того, что я не понимаю вообще. Вот мне надо просто попеть. Просто вот дубль за дублем, и я буду петь это по-другому. Дальше, окей. Ага. Жена как сода, мы все просрали в спорах, ну... Я поняла, вот теперь я поняла, отлично. Это я уже ступила, да, типа? Угу, хорошо. Погашена... Ай, блин, никак не могу понять, где вступать. Джамал, можешь мне спеть, где вступать? То есть там должна быть субтональной, но она должна быть энергичной. Я поняла, просто я не могу понять вообще еще ничего. Вот мне надо просто попеть. Понял, тебе нужно прожить ее. Если я добьюсь атмосферы. Тебе нужно сделать, чтобы хвосты были длиннее. Типа, хорошо. Погашена, как сода. Угу. Чуть длиннее, понимаешь, ты не обрывай. Ой, ты характер. Ой, я психую уже. Вот они, эти люди. Все, закрывай дверь, ладно, буду делать. Сложность выглядит как раз. Можно просто спеть голос или просто спеть субтоном, а тут нужно теперь еще характер. Ага, все, я слушаю. Давай. Ага. Погашена, как сода. Мы все просрали в спорах, ну а ты? Ты остался, как всегда, прав. Отравленная правда. Твои слова напрасны, прости. Тебе меня ведь больше не сломать.
Мы по моде научились одеваться, мы красиво научились улыбаться. Как жаль, что я так не научилась прощать. Да, знаю, мне не стоит повторяться, но любовь заставляет меня летать. Мы закончили запись. Закончили запись! Ура! Ура, ура, ура! Мы молодцы. Сделали сегодня очень много. Вот. Я надеюсь, скоро ты услышишься. А если не скоро, то услышите что-нибудь другое скоро. Мы закончили. Мы закончили. Мы закончили. Мы закончили. Закончили. Нет, он пускай дальше идет. Вы что, звучит хорошо? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Мы закончили! Это больной! Это больной муж, господи! Кстати, что против театральный цвет? Звоним в Водолей. Закончили! Ура! А вы вообще где? А, вот вы где. А мы Ариэль. Я Ариэль, а вот Типун. Кто он? Рыбка Типун. Это наш дом. Наш дом. Хорошо вам. Да. Покажите мне рыбок. Каких рыбок? Которые у вас живут теперь. У нас есть рыбки. Аккуратненько. Пойдемте. Да-да. Вот наши рыбки. Аккуратно, аккуратно. И чего? Привет. Ребенок снимает сам. Мам, Крайла вот красненькие. Так, понятно. А почему она Крайла? Потому что у нее красный и Крайла похожа на красный. В общем, вот такие рыбки теперь живут у нас. Цветастенькие. Че? Мам, я хочу передохнуть, уже молока попить. Да? А передохнуть-то от чего? От жизни? От камеры? Да. Вот бедный ребенок, вот это у тебя житуха. Значит, это Женя Джесс, ее лицо вы, наверное, наверняка узнаете, она достаточно модная личность. Вот, вот. Настя, она не такая модная личность, Настя. Вот, сегодня было очень много толк, Настя принесла. Вот, много разных вкусняшек, вот магнитик, посмотрите, вот сейчас я его разверну, да, чтобы всем было видно. Вот, значит, с олимпийскими героями. Вот, и, внимание, то, чему я больше всего, наверное, обрадовался, это пакет яблок. Вот, есть время, что сушить, да, вот. А я еще та знатная белка, которая по осени действительно готовится к зиме. Сегодня буду ежиком. Натыкают мне сейчас лицо всяких полезных витаминок. Вот, буду я красивая, сияющая. Красивая, сияющая. Вот. Приехала, мы находимся в сети евразийских клиник, у них все очень красиво. Это наш врач Алексей. Вот. А меня спрашивают про болевой порог. Вот. Потому что я не знаю. Я два раза рожала сама, и вот теперь интересный вопрос. Отзывов о препаратах, и они уже сами назначают все процедуры. То есть все равно, как бы то ни было, процедуру назначает врач. Но, как правило, пациент выбирает какие-то себе два препарата. Он спрашивает у подруг, смотрит, что сделать лучше. Да, вот это сейчас, это прям я сейчас вообще. Вот я, собственно, так поэтому к вам пришла. Поэтому изначально нужно все-таки пройти консультацию специалиста, а мы с вами проведем макияж, я более прицельно посмотрю состояние кожи, и дальше с вами начнем работать. Супер, супер, поехали. Впечатления на самом деле очень крутые, потому что по факту я думала, что я реально сейчас буду ёжиком, потому что не такой я ёжик, вот, ну, мне казалось, что прям буду сейчас, хотя, может, наверное, попозже оно и проявится, но тем не менее сейчас даже, сейчас, в принципе, все окей, а через 3 дня вообще мне обещают, что будет.
супер гуд. Вот. Во-первых, не больно, потому что мы нанесли крем, да, анестезию, да, я не буду пользоваться вот этими словами всеми сложными. И, в принципе, 10 минут, и через 3 дня прям... Самое главное, кожа увлажнена. Вот мне муж, кстати, посоветовал перед тем, как прийти на биоревитализацию, посоветовал мне сначала сходить к логопеду перед тем, как идти сюда, потому что вы говорите это слово, это сложно. Вот. Но я хочу сказать, что круто, классно, потому что сейчас отопительный сезон, у всех кожа сохнет. Я буду красоткой. Мы приехали в Истру. Сегодня мы будем вести мероприятие детское. Ну вот, мы в полной боевой готовности. Арсений 10 лет сегодня отмечает день рождения. Вот. А мы устраиваем праздник. Ты готов? Всегда готов. Ты волнуешься? А вот мой чудесный муж. Как ощущения? Легкая сухость во рту. ГМР попа показывает. Давай пока о чем-нибудь поговорим. На самом деле нет, лучше снимать туда, а лучше на том фоне. Вот так. Вот на том фоне? Не, наоборот, я хочу, чтобы видно было, чтобы там. Я думаю, сегодня мы сделаем здесь жарко. Сегодня должно быть жарко. Да, сегодня будет. Если не будет жарко, то тогда есть... Тогда будет холодно. Турбату устроим, да? Вот. Ну, значит, давай веселей! Арсений собрал всех друзей! Итак, ты готов? Да. Аплодисменты! Да! Я мокренькая, буквально знаете кто? Если вы видели на Оле Литов, не наша.